Ежегодно в стенах Института психологии и образования Казанского федерального университета проводится научная конференция, где теоретики и практики самых различных направлений науки о психике и психических явлениях делятся своими знаниями и опытом в области изучения диагностики и регуляции состояний. В этом году предполагается 16 направлений работы: возрастные и педагогические аспекты психических состояний, изменение состояния сознания, совладание со стрессом и многие другие. Почти 140 лет психология Казанского университета прошла, я бы сказал, замечательный путь, в котором были значительные достижения и успехи. Они связаны с изучением темперамента, исследованием области индивидуальности и поведения, деятельности, психологии личности и психологии состояния. Большой вклад в разработку этих проблем внесли выдающиеся отечественные психологи в разные годы, учившиеся и работающие в Казанском университете. Конференция началась с прослушивания композиции, исполняемой на скрипке. Это уже стало традицией. По завершении небольшого представления с приветственным словом выступил директор Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдар Калимулин, который рассказал об истории становления института, достижениях его студентов и педагогов, а также поблагодарил всех гостей, неоднократно принимающих участие в конференции. Последние годы мы очень неплохо развивались. У нас сложился очень тесный и продуктивный союз между двумя родственными науками, между педагогикой и психологией. Благодаря нашим психологам мы стали первым российским вузом и вообще на постсоветском пространстве, кто вошел в число 100 лучших университетов мира в предметной области образования. Программа конференции расписана не по дням, а по часам. С 8 по 10 ноября доктора и кандидаты психологических, биологических и педагогических наук из разных университетов будут делиться опытом работы с коллегами и студентами Казанского федерального университета. В этом году несколько секционных заседаний. Общие проблемы теории и практики психических состояний, стресс, послестрессовые состояния, совладание и реабилитация, познавательные состояния в деятельности человека и другие. Также гости примут участие в мастер-классах от коллег из других регионов и посетят музеи Казанского федерального университета. Практика – критерий истины, но при этом есть и теория без практики мертва. И вот как раз на таких конференциях встречается и практика, и теория, и одно подпитывает другое. Методологически очень важно делать все, что мы делаем в практике, обдуманно, проверенным способом, доказанным с эффективностью. Такие встречи помогают нам поддержать друг друга, помогают самим смотреть на происходящее с социальным оптимизмом. И это очень важно в наше время. На протяжении 12 лет в Казанском федеральном университете реализуется подготовка профессионалов и лидеров психологии и проведения современных научных исследований, направленных на развитие психологического знания. Более 15 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также большое количество конференций, мастер-классов и форумов, повышающих качество подготовки будущих психологов. Кристина Тёкина, Александр Кузнецов, Универ Новости.